Читается ли в Пасху утром и вечером обычное молитвенное правило, или оно заменяется другими молитвами? Пасхальный час, дорогие мои, найдите в интернете, если нет книжечки под рукой, последование пасхального часа. Трижды поем «Христос воскресе», трижды «Воскресение Христово видевши», затем пасхальные тропари, очень содержательные, 40 раз «Господи помилуй», еще раз «Христос воскресе» трижды. И если со вниманием пропеть пасхальный час, это 7 минут. Но за эти 7 минут Бог ниспосылает нам благодать мудрости, разума, радости. Так что вы ложитесь спать просто как солнечный зайчик. На душе торжественно и чудно. И цыган вам не приснится. Я имею в виду не этническую особенность, а русскую пословицу. Никаких кошмаров вы не увидите во сне, потому что сон будет сладкой и легкой. Ангел Господень в награду за пасхальный час снизойдет, распрострет над вами крылья, как вот балдахин нерукотворный, и будет еще зеленой веточкой, сорванной прямо из рая, отгонять от вас весенних мошек. Вот такая благодать ждет нас, дорогие друзья, вечерами Светлой Седмицы.